Дорогие друзья, только посмотрите, как все наши три белые красотки лежат вместе. Сандра — это дочка Сироны, напоминаю вам. Они... какая любовная любовь. Просто все три самки друг друга вылизывают, ухаживают друг за другом. Сандрочка чуть-чуть отдельно. Самец охраняет. Охраняет, потому что у Сироны сейчас течка. И он защищает. Ну, он считает, что ее защищать нужно обязательно от нас. Если бы не он, то она бы не выжила здесь. И поэтому, как вы видели только, что Сирона рыкнула на Таю и сама вылизывает. Все, вот, вот здесь вот тебе нормально, да, будет. Сандра пошла на охоту. Рассказывал я то, что вот в этих, в этом кустарнике находится утиное гнездо, там утка сидит, и мне кажется, просто психоэмоциональное состояние этой утки, оно стабильнее многих людей, потому что жить и понимать, что здесь как же за Сироной ухаживают. Дорогие друзья, может быть, конечно, здесь и будет сейчас понятно, кто становится за Сироной. Обе, Тая, с Луны, с двух сторон. Сирона такая: я готова ухаживать. Возможно, здесь понятно, кто станет главная львица Прайда, потому что сейчас мы пока наблюдали, то Сирона прям рыкнет, все отходят от нее. Сандра пошла на охоту, видимо. Луна. О, утка. Вот мы только заговорили про утку, дорогие друзья. Вы только посмотрите. Вот это нам повезло. Помните, да, я же сказал? Да. Вот, в смысле, то есть она сидела здесь полчаса, эта утка, при львах, ей нормально было. И сейчас просто, посмотрите, Луна пошла на охоту. Утка плывет, Луна наблюдает. Сандра — хищница-охотница. Девчонки, поплывете, нет? Я думаю, они догадываются, что они не поймают ее, конечно. Вот это, да, нам повезло, я только говорил про утку. И вот она взлетела. Я даже не понял, на самом деле, что Сандра хотела. Но Сандра все знала. Сандра, не поплывешь дальше за уткой? Луна пошла попить. А здесь все прям ухаживает. Тая за Сироной. У них вообще какая-то любовь. Прям уши вычищает. Это, конечно, умиротворение сегодня в парке. Все, полетела, сказала. Ну, вас. Пожалуй, полечу. Где она там? Вон она летит. Утка, пока не поздно еще, ищи себе другое место для кладки, потому что, к сожалению, львы отсюда никуда не уедут уже. Львы здесь останутся, а тебе вот там вот за рекой где-то прекрасно будет, можно высидеть всех своих утят. Что-то мне подсказывает, что Сандра нашла кладку яиц. Я не уверен, но... Сандра, покажи-ка, пожалуйста, ты яйца нашла? Да, представляете? Видимо, да. Ну, в принципе, еще не упущенное время, и поэтому... Ой. Сирона, посмотрите, прям львица, которая прям держит все в своих лапах. Ставит на место самцов. Луна пьет. А Сандра ест яйца утиные. Ну вот, я хотел сказать о том, что сейчас еще сезон размножения уток не закончен, поэтому самке еще не поздно будет найти себе новое место для кладки. Ну, с другой стороны, львы здесь уже давно, и то, что она сама выбрала такое место, это, конечно, вопросики больше к ней, нежели к нам. Сандра все-таки нашла яйца. Ну, я вот сейчас как раз зрителям рассказываю о том, что сезон размножения уток только начался, и утки, ей еще не поздно найти новое место, потому что здесь их предостаточно, вот на фоне сколько воды. И львы здесь уже давно, и то, что она выбрала себе такое место, это, конечно, вопросики больше к утке, а не ко львам. Но зато Сандра, наверное, теперь будет гордиться собой, что она сама себе добыла еду. Конечно, можно погрустить, но грустить, думаю, из-за этого не стоит. Она никого не убила. Никаких утят, и все нормально. Вот, поэтому сегодня Прайд переехал из лесочка, переехал ближе к берегу реки.
Луночка, какая ты красотка. Вон нога, я вижу. Ну, я думаю, что она их просто медленно жует. Я вот там вижу одно яйцо, да? А, вот я сейчас вижу 3 яйца. 4 вижу. Наверное, около десятка, как обычно. Видимо, около десятка, ага. Сандра, давай выходи оттуда. Может, еще все, не все потеряно для утки. Сколько я смотрел, видел, обычно где-то 10 утят, 8-10 утят у утки, у кряквы. У мандаринок штук по 7. Ну, в принципе, тоже 10 бывало. Посмотрите, вот Тая с Луной, видимо, уже чувствует запах яиц. Но Луна такая булочка, которая просто неповоротливая, очень сильная. И, конечно, она... Я не уверен, что она решится перелезть, как Сандра, перепрыгнуть через воду, чтобы добраться до лакомых яиц. Но все может быть, поэтому сейчас понаблюдаем. Сандра, у тебя хвост мокнет и лапа. Да, она даже подкапывает яйца. Элементы среды обогащения. Или обогащение среды обитания. Да, главное, что ее не съели, она сейчас, да даже как в природе, то есть если хищник находит же детеныша, самка оставляет детеныша, потому что с тем пониманием, что я рожу еще, я выкормлю еще в более безопасном месте, нежели убьют меня, то есть, и погибнет и детеныш, и погибну я, поэтому самка улетела, и сейчас довольно-таки быстро сможет образовать себе пару, ну точнее, пара-то у нее есть, просто найдет себе друг... Ага. Сколько? Я не вижу, сколько посчитать не могу, но... Ну, я вот отсюда что-то 4, по-моему, 5 что-то. Целый, да, это я увидел 3 целых точно, но сколько сейчас еще там закрыто, скрыто, не вижу. Луна, ну идите тоже, получите полезную добавку к корму. Теперь я буду вам раскладывать на территории вольера гнезда импровизированные, чтобы вы также находили и жевали их, потому что сколько им не предлагали, они без особого энтузиазма на самом-то деле ели эти яйца. А тут, видимо, то, что сама нашла, сама добилась. Луна, вот если бы ты пошла бы покушала яйца, это было бы интереснее. Но ты... Она не течная львица, зачем ты за ней идешь? А что там Сирона бросил? Ну, кстати, вот прям у него любовь именно к Сироне, потому что Луна тоже... показывала, да, вот на предыдущем видео уже всем видом, что она готова к вязке, в принципе. Но я думаю, здесь больше о более высоких отношениях речь идет. О какой-то именно любви. Не просто привязанности и половому влечению, а что-то немного выше. Посмотрите, он за ней. Сандра покушала, пообедала. И сейчас будет, наверное, обратно вылазить. Сандра, или ты пойдешь сейчас вторую кладку искать? Ну, аккуратно. Любовная любовь у котов. Вот надо ж лечь, да, перед львицей специально, чтобы ее никто не видел. Сейчас, дорогие друзья, будем смотреть, как Сандра будет перелазить обратно. Нет, пока не будем. Там еще яйца остались. Да, я смотрю, там еще штуки 4 есть точно. Да, где-то около десятка, наверное, там было их. Луна наблюдает с пониманием того, что она толстенький пирожочек. Скажи, кто пирожочек? Я пирожочек. Понимает, что ей туда просто лень перелазить по воде. Тая тоже ждет, думает, что ей что-нибудь подадут. А Сандра молча ничего не ждет, просто берет и делает. Считай, добыла себе корм, действительно. Сегодня у нас погода прекрасная. Отличное небо, шикарное. Слышите звуки тигров? Тигры общаются, кричат, подходите к нам тоже, давайте нам вкусняшки. Ну ничего.
Сейчас пойдем и к тигрятам тоже. Да, Лев? Сандрочка, давай. Сандра, давай, 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 давай. Водяная львица. О, тигр прям голос прорезался. Давай, Сандрочка. Вот так вот. Нашла более сухое место. И пошла. И пошла хвастаться Тае, что она добыла себе еду. Нужно попить. В принципе, очень хороший, продуктивный охотничий день был. Так что, дорогие друзья, всем прекрасного дня. Сегодня мы смогли лицезреть охоту, мини-охоту Сандры на кладку яиц. И вот такая вот шикарная картина сегодня у нас. Всем прекрасного дня.